отдыхать я не буду, поскольку вы меня сегодня так встречаете. Я хочу сказать, дорогие друзья, что сегодня, наверное, за много этих лет, которые я езжу по России, радую людей, я, наверное, сделаю исключение, хотя я говорю всегда, что я пою без фонограммы, но сегодня я спою не под фонограмму, а под минусовку своей родной песни, которую мне с Нового года записали. И, конечно, хочется сказать, что сегодня я хочу эту песню посвятить тоже вновь вам, жителям замечательного поселка Чучково. Хочется сказать небольшую историю, что эта песня была написана в прошлом году мною прямо в электричке 7 ноября. Я возвращался из города Выборга Ленинградской области в другой поселок, два рядышком поселка, чтобы порадовать там людей. Ну и, конечно, хочется сказать, что сегодня я хочу вам исполнить эту песню, которую я назвал «Дорога в райский уголок». Посвятил я ее своему отцу, которого в этом году уже 11 лет как нету со мной. Но, конечно, он мне привил любовь к русской гармошке, к деревенскому домику. Вот за это я ему и благодарен. И сегодня я хочу вам исполнить эту замечательную песню. И, конечно, скоро она и в интернете появится. Я буду надеяться, что хотя бы среди жителей поселков, деревень и сел эта песня будет популярна, и они ее полюбят всей душой и сердцем. Дорога в райский уголок. Леса вокруг поля, и ждет с тоскою на пригорке деревня милая моя. Поет отец во праве дело, и юность-то моя прошла. Когда-то так гулял я летом, все помнит, да как вчера. Деревня моя, деревня, мой
Спасибо, дорогие друзья.